Доброе утро, братья и сестры. Еще получилась такая у нас, такая возможность снова собраться вновь. Пока мы не знаем, насколько это время, по крайней мере. Сегодня уже собрались. В воскресенье там следующее, там будет известно, потому что следующее воскресенье там уже всех дали же в стране каникулы, да. Сказали, чтобы сидели дома. Вот. Да, ну Господь смотрит. Ну, тех, по крайней мере, у кого нет этого кода, сидеть дома. Нам, пожилым. Вот, да и пока еще на свободе. Вот, ну ладно. Там будет дальше видно. Будет звонить, созваниваться. Прежде чем начнем, у нас есть молитвы. Вознеси молитву. Сестра попросила, нужда. Также мы помолимся за брата Павла. Наверное, читали все, да? Температура, хотя ему завтра уже уезжать на Украину. И брат Алексей тоже услышали, да? У него случилось после прививки. Обнаружили этот ковид. Как это получилось? Тоже этому вознесем молитву. Если будет еще у кого молитва, тоже просто поднимите руки. Господь услышит. Давайте сначала помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за Твою милость, которую Ты нам, Господь, проявляешь каждый раз, Господь, когда даешь нам собраться вместе, Господь, в Твое имя. Благодарим Тебя, Боже. Ты так милостив к нам, Ты так любишь нас, Господи. А мы Тебя любим, Боже. И хотим, Господь, Тебя всегда прославлять, славить Тебя, Боже, Господи. Спасибо нашему Господу. И вот, Господь, прежде чем начать, мы хотим, Господь, вознести молитву, Господь, за нашу сестру Тамару. Она пишет: «Дорогая семья, прошу всех вознести молитву за мое исцеление, тянущие боли. Анализы показали большое количество лейкоцитов. Надо идти к урологу. Усиленную молитву праведных силы ищет Господь, да? Праведных слышит Господь, да. Верь в Его исцеление. Аминь». Вот, давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, Господь, мы хотим сейчас вознести молитву за наших братьев и сестер. Сестра Тамара, Господь, ты слышал, Господь, она написала, Господь, большие лейкоциты, высокие, Боже. Ты, Господь, создал человека, Господь. Ты, Господь, создал и кровь, Господь, и все, что, Господь, сейчас есть в человеке, Боже. И мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты, Господь, ответил на эту молитву, на ее, Господь, нужду, Боже. И она верит, Господь, в Твое исцеление. И мы также, Господь, верим, Господь, что Ты, Господь, тот же Бог, вчера, сегодня, во веки, тот же Господь. И Ты также силен, Господь, исцелять. О, Господи, Боже, снизойди, Господь, к ней. Пусть, Господь, это уйдет, Боже, лейкоциты понизятся, Боже, в норму. Благослови, Господь, когда она пойдет, Господь, Господи. Может, это не сразу, Господь, но Ты это сделаешь. А может, и сразу, Господь, потому что, Господь, делаешь эти чудеса, Господь. Ты тот же Бог, Господь. Благослови, Господь. Даруй, Господь, эту веру, как она сейчас верит, Господь. Она уже это сказала, Боже. Благослови, Господь, ее. И мы ее вручаем Тебе, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь, Господь. И также мы хотим помолиться за нашего пастора, брата Павла, Господь. Господи, Боже, вот у нее немножко поднялась температура, а завтра ехать, сегодня он собирался проповедовать, Боже. Благослови, Господь, его также, Господь, коснись тела, Господи, пусть он будет исцелен, Боже, и завтра смог бы ехать, Боже, даруй, Господь, ему исцеление, снизойди, Господь, также к нему, Боже, во имя Господа Иисуса Христа, аминь. И также за нашего брата, Господь, Алексея. Господи, Ты знаешь, Господь, что там сейчас с ним случилось, Боже, эти боли в желудке, Боже. И, как сестра сказала, он очень слаб.
Благослови, Господь, Господи Боже, Путин, голым Дух Святого, Господь, и также придет к нему, Господь, поможет его елеем во имя Господа Иисуса Христа. Даруй, Господь, мое исцеление. Мы верим, Господь, в это также. Аминь, Господь. Ощел, Господи, благослови, Господь, наше служение. Благослови, Господь, приди, Господь, к нам, Господь. Опусти, Господь, ходи, Господь, среди нас. Касайся нас, Боже. Благослови, Господь, каждого, Господь, кто еще нуждается, кто у кого есть на сердце нужда, Господь. Также, Господь, сойди, Господь. Спасибо, Господи. А мы за все тебя хотим прославлять и славить. Господи, дай нам воспеть тебе, Господь, хвалу из уст наших, Господь. Пусть эта хвала, Господь, льется из наших сердец, Боже, к небесам. Услышь нам, Боже. Благослови, Господь, все служения, благослови пение, музыку, Господь, музыкантов. О, Господь, мы все отдаем от Тебе, нашему Господу чудному, Иисусу Христу. Аминь. Обращается Бог не к церкви уже, но к возлюбленной и избранной им госпоже. Когда весь этот мир в темноту погружен, слово истинный свет для невесты пришел. Субтитры сделал DimaTorzok.
когда снова Бог свет отделяет от тьмы, и на стыке времен наступает рассвет, оттесняется тьма, и ясней видит свет, видит свет нового дня, видит рассвет. Это звезды, утренний свет, свет сквозь темноту пробивается. Снова движется свет, как нисходит столб облачный, став позади. Для одних это мрак, для других свет ночи. Связи, как первая песня началась, Дух Святой повел, так Божья невеста собирается. В Белоруссии, в Прибалтике, в Польше, в России, в Украине, в Канаде там. Хотя сейчас, еще во вторник, да, вроде бы, сегодня? Поэтому Божья невеста собирается. Собирается со своим женихом, собирается с этим словом, собирается, друзья, чтобы ходить верою. Поэтому эти кратковременные, эти страдания, они ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Поймите, вот к этому Бог нас подводит сегодня. Потому что, чтобы мы ходили бы верою, а не зрением. Чтобы мы ходили бы верою, откровением, победой. Понимаете? Через это вот она и откроется. Нету другого пути. Поэтому Бог дал каждому, Он не дает сверхсил. У каждого своя часть, у каждого свой крест. И поэтому, как помните, говорит, ученик говорит, что тебе до того? Ты иди за мной. Просто иди. Поэтому Бог благословит пусть вас, чтобы мы именно вошли. Потому что вчера мы пережили такое благословение, знаете, общение. И дьявол сразу, ему не нравится, он сразу начинает нападать. Там малышка Ксюши. Брату Павлу, понимаете, температура поднимается, все. Ну, как раз мы же говорим о вере, мы говорим об откровении. И когда, знаете, я вижу, это победители веры. Там, за Дианочку молились, за брата Алексея звонил ему тоже. Я в нем вижу веру, поэтому, а это по Писанию. Потому что когда они видели веру, они тогда могли именно подкреплять. А потом именно сказать, встань и ходи. Встань на свои ноги и ходи. Друзья, это вот в этом. По-другому быть не может. Поэтому, как мы вспоминали Самуила,
что он, ему открылось видение, слово. Ты встретишь этих людей, они будут идти из Вифиля к Богу. Вифиль к Богу, да, один будет нести там хлеба, другое вино, третий этого козлят этих троих. Понимаете, это все Бог хочет вам что-то открыть и показать. Когда придет какая-то ситуация, я тебе наперед показал. Пусть твоя вера поднимается, крепчает. Правда? Не просто, чтобы мы искали хлеб, там это вино или этого козленка. Нет, это символы. Но нечто Бог через тебя это открывает, чтобы ты мог идти дальше, подниматься. Мы не хотим. Кто-то будет спускаться. Ну, невеста, говорит, пророк, я видел, она поднималась. Да поможет нам Бог, друзья. Чудно. Помолимся, да, благословим это служение и пожертвование. Сестра Эрика просила за Лизочку помолиться, у нее тоже там и температура, и понимаете, он нападает. Но я верю в то, что Бог нам открывает. Я с этой верой также говорю, брат Павел, нам Бог открывает. Вот это и есть вот эта часть слова. Мы в поездку и поедем вот с этими мыслями. И это, я верю, будет приносить благословение по местам. И вы, кто здесь, Бог хочет, чтобы видеть победителей. Я не хочу смотреть на обстоятельства. Дорогой Небесный Отец, мы счастливы, благодарны Тебе, что мы можем прочитать то, что Ты про нас написал. Господи, мы не хотим быть как Саул, мы не хотим что-то взять, приукрасить это, чтобы Тебе это понравилось из того что-то заклятого, того, что Ты сказал, погубить это, чтобы это бы отвалилось, чтобы это не мешало бы. А он думал, что это впечатлит Бога. А Ты хочешь, чтобы мы просто поверили Твоему Слову. И все. И это угодит Тебе. Ходи с этой верой. А когда мы ходим с верой, мы тогда угождаем Богу. Отец, мы хотим принести нашу сестру Лизу, Господь Иисус, в Твое присутствие, где верующие создают эту атмосферу для исцеления. Когда играет музыка, Господь, она приносит атмосферу для исцеления. Когда звучат эти псалмы, это поднимает нашу веру к сражению. Отец, мы вспоминали эти вещи. Когда они выпили эту воду, живительную воду из скалы, этот Амалек стал нападать, это сражение началось. Но Ты открылся, как Иегова Ниси. Ты открылся, как это наше знамя. Ты поднял это знамя в стане, в семье, в церкви. Ты открылся, как Иегова Ниси, как этот великий победитель. Ты хочешь это сделать и вновь сегодня. Сделай, Господь Иисус, чтобы Твое Слово стало живо и действенно для нашей сестры. Мы как семья соединяемся в молитве, и мы просим, чтобы Ты благословил, чтобы это упало бы в эту почву, которая может проявить это Слово. Аллилуйя! Потому что Ты уже все заложил. Ты через Своего пророка сказал, исцеление уже находится в вас. Господи, оживи это в нашей сестре Лизе. Мы просим Тебя, чтобы эта температура, горячка, там, эта боль в ухе, это оставило бы, этот кашель. Мы это связываем именем Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы видим, что есть вера. Мы вчера разговаривали с братом Алексеем. Я видел, что в нем есть вера, этот канал веры. Люди подвязались в молитве, Господь. О, Боже, и у него был бодрый голос. Да, эти тело реагирует на эти вирусы, на это все, но вера находится не в теле, она не находится в духе, она не находится в этих чувствах, она находится в душе. Аллилуйя! А это и есть этот якорь безопасный. Мы отдаемся Твоему Духу Святому на это служение. Я верю, оно будет особенным. Посети Твой народ, Господь. Благослови. Раскройся перед нами. И используй нашего драгоценного пастыря.
Я благодарю Тебя, Господь, что Он именно тоже победил. И это именно вот эти живые примеры, которые возбуждают нас эту веру. У него была температура, у него была слабость. Он говорит, ну как же я усижу? О, Боже, пусть это откровение, это вино, этот елей, это помажет Твою невесту, где бы она бы ни была, чтобы мы бы увидели, услышали бы эти свидетельства. Не просто как на пленках. Мы хотим это видеть нашими глазами. Когда люди начинают вставать, хромые начинают ходить, слепые начинают видеть. О, Боже, дай нам это. Мы отдаемся Тебе. И пусть Твой Дух Святой руководит сегодняшним собранием. Пусть Твое помазание проявит победу, Господь. Дай нам войти в это. Аллилуйя. Я верю, что Ты здесь среди нас. И Ты обволакиваешь этим. Мы под этим покрывалом, как кровь накрылась под покрывало Ваоза. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь. Используй, Господь, Твои сосуды для Твоей славы. Благослови пожертвования, когда мы будем это собирать. И воздай каждому во сто крат для нужд народа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пусть Бог вас благословит. Пожмите руку друг другу, друзья. Давайте дальше пробиваться. Постепенно изменяюсь, Господь.
путь ведет и поднимает высоту. И в совершенный образ снова я расту. Вчерашней беседы заново прозвучал этот псалом. У меня захотелось им поделиться с вами вместе. Потом сможем вместе сразу дальше поклоняться. Я вперед продвигаюсь, свое владение защищать Иисус дал нам власть.
отдавать не хочу. Не йоты врагу. И сатана не может мой мир украсть, ведь я верою откровением иду и на Христа лишь смотрю. Верою мое тело и дух под контроль беру. Все обстоятельства я побеждаю на свете моим, оплативаю и так и вернем вперед я иду. Стоять, как мой отец Авраам, с моей земли всех хищных птиц буду отгонять, и я буду, как Сара, на способность невзирая, исповеданием веры побеждать. Одеваю и так день за днем вперед я иду. Верою, даже если сгущается тьма вокруг, лишь на спасение Господне смотрю. И так день за днем вперед я иду. Заключительный твой голос во мне звучит. Стою на твоем слове, и я полностью спокоен. Ведь в потаенном месте твоем сокрытая дверь. Давайте все кидаю. Откровение веду, на Христа лишь смотрю. Всем добрый день. Слава Богу, говорю, за этот путь веры,
который Господь нам показал. Мы шли каждый своим путем, каждой своей дорогой, как весь этот мир идет. Но еще был тайный путь, который открыт только для святых, только для избранных. И Бог дал нам благодать, помазал наши глаза, открыл нам перед собой карту, показал этот путь, который доведет самым лучшим путем, самым лучшими обстоятельствами, потому что на этом пути Он Сам, потому что Он и является этим путем. Поэтому всех вас приветствую, слава Господу, друзья. Знаете, дьявол так работал хорошо. Казалось, все сделал для того, чтобы меня сегодня на собрании здесь не было. Вчера температура поднялась, смотрю, сначала вижу, голова начинает болеть. Потрогал, вроде бы и лоб начинает, померил температуру 37,2, через час 37,5. И вижу, хуже и хуже становится. Но я благодарен Богу, знаете, за этот путь веры. Благодарен Богу за этот чат, который мы имеем. Знаете, люди почему-то боятся обратиться. Но вы знаете, когда где-то человек 300 начинает молиться за тебя, куда дьяволу деваться? Когда это не просто молитвы, а молитвы веры. Друзья, это победа. В этом плане, я думаю, если дьявол так уже начал атаковать, чтобы я не поехал бы на Украину и так дальше, а я знаю, что я туда должен поехать, все Бог устраивает во всех отношениях, и думаю, я должен все равно ехать, такой момент, просто сядьте немножко, а потом перед словом встанем еще, когда, думаешь, как ты поедешь, там дни, столько там дней там, столько дней там, и прилетаем в Киев, и в Киеве думаю, так, я до среды в Киеве побуду, четверг буду уже в Мелитополе, уделю внимание больше Мелитополю, потом с Мелитополя в Кривой Рог, из Кривого Рога в Киев и домой, так мы с Юрой решили эту поездку. И когда потом через некоторое время смотрю эти список, и у меня написано «Четверг, Мелитополь». Я беру билеты на поезд уже по Украине, на четверг в Мелитополь. И беру на четверг в Мелитополь. То есть в четверг я выезжаю в Мелитополь, а в пятницу, я только в Мелитополь приезжаю. И когда я уже взял билеты, до меня дошло, что я сделал ошибку. То есть я на целый день задержался в Киеве. Я думаю, что ж я там буду делать, зачем я это? Может быть, сдать эти билеты, пока не поздно, купить новые. Знаете, такая мысленная началась борьба. Потом думаю, ладно, раз так взял, значит, так взял. И уже начал там звонить, думаю, нужно позвонить, узнать, как мне там проводить в Киеве время. И у меня такая началась опять борьба, кому первому позвонить, или этому брату, или этому брату, или этому брату. И уже так телефон взял, и уже нашел телефон одного брата, думаю, позвоню ему. Пока мисс дошел до своего кабинета, у меня мнение изменилось, и я решил звонить другому. И позвонил брату Славе, и говорю, брат Слава, я тут хочу побыть на Украине, как там как дела, как там у Володи дела, начал расспрашивать. И он мне тогда говорит такую новость, говорит, с Америки приезжает в среду, прилетает Олег с Леной, вы помните, да, Лена это тетя нашей Римы, как я помню, они у нас здесь, у нас в Литве, помните, наверное, это такие замечательная семейка, которая любит это слово, идет в этом же самом откровении, и они только в среду приезжают, прилетают. Я начинаю сразу вспомнил этот момент, почему я взял билет, чтобы уехать в четверг. А в четверг, там, по-моему, 19 часов у нас этот поезд. То есть мы полностью можем еще вместе провести. А мне очень так, когда я узнал, что они приезжают, я настолько возрадовался. Поэтому еще сможем и увидеть там и Олега, увидеть и Лену, побыть еще вместе. Поэтому Бог настолько всем руководит. Я пришел, говорю, Маша, Юрий потом тоже засвидетель, говорю, я понял, почему я ошибся, почему у меня вот так по записям я должен был сделать так, и я неправильно прочитал и сделал немножко не по своему разуму, но Бог всем руководит. И знаете, когда дьявол начинает атаковать, все уже вчера, ты будешь лежать, у тебя температура уже точно будет сейчас повышаться, сейчас при том ночь, обычно ночью температура повышается, и слабость, и так дальше.
И знаете, и так посылочку подсол, ну и я брату Юре звоню, говорю: Юр, говорю, мне, знаешь, плохо, я не знаю, буду я ли вообще завтра на собрании и так дальше. Вот померил температуру, у меня 37,5. Он говорит: слушай, спрячь свой термометр подальше и больше на него не смотри. И он, знаете, так поддержал меня в этом плане и говорит: все нормально, все будет хорошо. И после этого я просто написал еще в чат, думаю, пускай тогда святые встанут на эту помощь, подставят плечо. И уже через некоторое время опять померил температуру, смотрю, температура начала падать, и мне стало все лучше, утром сверил, уже температуры нету, потом еще раз мерил, думаю, перед отъездом еще 36,6, вижу, все нормально, значит, могу быть на собрании. Тоже еще была борьба, знаете, быть, не быть. Вот, может быть, слабость еще, может быть, не стоит и так дальше. Думаю, ну, нет уже причины, чтобы не идти. Если Бог исцелил, то, знаете, когда, помните, теща была исцелена, то она там не лежала еще, там нужно там не... Она пошла и начала служить святым, она начала служить Христу. Поэтому думаю, а чего ж я не могу послужить для моих братьев и сестер с этого места? Поэтому от всего сердца хочу всех поблагодарить за то, что вы подвязались вместе, знаете, для меня это, я всегда говорю, самый лучший дар для меня, который есть, это молитва. Я знаю, что и брат Юра это скажет, и многие скажут, особенно когда ты ездишь в этой поездке, я знаю, что молитва это защищает, молитва продвигает, молитва убирает, молитва это та победа, которую Бог нам даровал, поэтому... Если по молитве совершались в Библии, когда мы читаем великие Божьи дела, то он тот же самый вчера, сегодня, вовеки тот же. Поэтому просто не стесняйтесь. Я не говорю, что сейчас всякое маленькое недомогание, вы будете это. Но когда необходимо тебе, когда у тебя есть определенное это, ты знаешь, должен то-то сделать, должен тоже, должен послужить для Господа, а Бог тебя, дьявол тебя сваливает, то знаете, есть те, которые могут стать стеной для тебя, огненной стеной, чтобы защитить. Поэтому пусть вас Бог благословит. Знаете, когда вчера молились тоже за брата Алексея, я верю, что молились, и когда он начал лучше себя чувствовать, я не звонил сегодня, не знаю, как он ночь, но я верую, тоже об этом говорю, что та болезнь, она побеждена, и все будет хорошо. Но я говорю, знаешь, брат Алексей, я позвонил ему, говорю, ты должен чат написать. Знаете, вот это такая будет скромность, мы сами, с усами и так дальше. Но мы не должны в этом скромничать. Это борьба, это победа, это слава для Господа. Друзья, не нужно там это. Я знаю, там вчера, вон Дианочка наша, да, она была скручена этой спиной и так дальше, лежала несколько дней, боли были. И за столом там мы узнали, помолились, и через некоторое время я получаю от нее СМС, пишет: слава Богу, я полностью исцелена по вашей молитве и так дальше. Понимаете, но если бы не знали бы этого, то и не было бы вопрошено. Мы даны друг для друга, поэтому если тебя будут одолевать, Анасия, приди ты на помощь, если нет, то Иуда, приди на помощь и так дальше. Мы ведь одна семья, поэтому не нужно тут такие, знаете, скромничать и тому подобное в этом плане, чтобы никто не узнал, чтобы никто не подумал. Друзья, мы ничего не подумаем, мы наоборот подумаем, что дьявол потерпит поражение и удалится прочь, поэтому... Еще раз очень благодарен Богу и вспоминайте нас дальше с братом Юрой в этой поездке. Я прошу, чтобы Бог просто дал те мысли, те это. Мы вчера настолько вдохновились на этой беседе. Я выскажу просто некоторые мысли, потому что вчера после этого как бы молодежного, полумолодежного, не знаю, как это выразить, просто сделали проводы, знаете, перед отъездом. Столько радости было, столько это. Я говорю, интересно, если мы уезжаем, столько радости и все, вот интересно, когда мы приедем, будет ли столько радости или больше. Посмотрим на ваше действие. Но, знаете, была замечательная просто беседа, и эти мысли мы прошли по проповеди брата Юры во вторник. И я бы хотел бы эти еще вещи опять поднять, потому что если Господь говорит что-то, то мы должны быть внимательны. Понимаете, мы должны быть внимательны к этому. Мы должны распознавать Бога. Не распознавать человека, а распознавать Бога. Вы знаете, когда смотрели на Иисуса и говорили, это плотников сын. Они не распознали Бога во плоти. Они видели просто простого человека, неграмотного человека, который не видит, не имеет какой-то деревенщину, не имеет ни вида, ни величия и так дальше. И они только на это плотников сын. Мы знаем его маму, мы знаем его отца, мы знаем его братьев и сестер и так дальше. Но они не знали того, который был в нем.
Поэтому, когда смотрели, когда ученики, когда Иисус послал своих учеников, Он говорит, принимающий вас, Меня принимает. Почему? Потому что Он теперь был в теле Своей возлюбленной, в теле Своих учеников, в теле Своих детей и так дальше. Но они смотрели, да, это Павел, это тот отступник, это тот-то и так дальше в этом плане. Кто-то смотрел на Петра, этот вообще рыбак, чего он там будет учить нас и тому подобное. И они видели просто людей, но они не видели того Бога, того Иегову, того Иисуса. Они не могли различить. Поэтому, когда пророк начинает говорить и говорить о том, когда три путника пришли к Аврааму, и когда Авраам посмотрел, он говорит, государь, владыка. Он сразу распознал, что это не просто путники, которые были в простых одеждах, запыленных и так дальше, но он имел это видение зайти за завесу и распознать Бога, скрывающегося в этой плоти. Поэтому, когда он распознал именно это, то что произошло? Тайны начали раскрываться. Почему? Он распознал Бога во плоти. И поэтому этот же самый Бог говорит, скрою ли я от Авраама то, что хочу сделать? Смогу ли я скрыть, если он распознал меня? Понимаете? Но если бы он бы не распознал бы, то тайна не раскрылась бы. То, что обетовано, оно не могло бы выразиться дальше бы. То Сара бы осталась бы в том же самом неверии и так дальше. Но он нечто распознал. Но говорит, посмотрите, как Лот обратился на это. Когда эти два путника пришли, два ангела пришли в Содом и Гоморру, он посмотрел, государи. Он не видит того Бога скрывающего, он не видит тех посланников, которые были посланы, понимаете? Он видит просто определенных людей, которые нечто говорят и тому подобное. Понимаете? Он не мог распознать. Поэтому я так благодарен Богу, что Господь сегодня дает нам нечто увидеть, насколько Он спрятал себя в эту маленькую, ничтожную, можно сказать, палатку, ветхую палатку, которая неприметна, но там есть определенная тайна. Слава Господу, друзья! Распознать Бога друг в друге, распознать Бога, играющего музыки, распознать Бога, поющего, распознать Бога в техниках, распознать Бога в служениях, или мы только увидим Бога в пророке, и так дальше. Да, он был в нем. Тот же самый Бог, открывающий, Сын Человеческий, с большой буквы, открылся в Сыне Человеческой с маленькой буквы. Но сегодня он раскрывается так же само. Сегодня он раскрывается в пятигранном служении и так дальше. А люди сегодня говорят, ты идешь за человеком. Ты доверяешь человеку. Да, Боже мой, вы не могли распознать того же самого Бога, который сегодня скрывается в той же самой домохозяйке? А мы можем и этого распознать. Да это настолько ничтожно. Не имеет значения. Насколько это мало, имеет значение, это кто там выражается. Аллилуйя. Хорошо. То я сейчас уже и пойду. Ну, давайте хоть. Хотя уже и молились. Ну, давайте встанем. Я вчера читал проповедь эту, которую Дима выслал, эту новую. Проповедь, забыл, как она называется, но Луки 14 глава. С этой проповеди я получил это вдохновение немножко, начать с этого, дальше как Господь пойдет, поведет, вернее, Луки 14 с 15. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Ну, это правда блажен. Это, знаете, это не то, что он там ошибался. Это правда блаженство, чтобы в его царстве вкушать его хлеба. Только где его царство? Понимаете, можно думать это о будущем, что когда-то мы будем там и за столом, будем там буханки хлеба кушать и так дальше. А он говорит, я есть хлеб, шедший с небес. И так дальше. Поэтому он и был этим царством. Он и был этим хлебом. Он и был тем столом. Он был всем. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным, идите, ибо уже все готово.
И начали все как бы сговорившись извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать ее, их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Давайте еще помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, что Ты не только позвал нас, но Ты еще открыл нам Твое предопределение, Ты открыл нам Твое избрание, Господь мой, Боже мой. И мы сегодня верою можем стоять, верою можем продвигаться, верою можем видеть, Господь мой, верою можем побеждать. Спасибо Тебе за все это, Господь мой. Спасибо Тебе за Твою силу, спасибо Тебе за Твои уроки. И мы отдаем это время дальше Твои святые руки. А вот да будет Твое имя еще больше прославлено в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Знаете, когда читаем эту притчу и смотрим именно на то, что здесь, об этих званных, и я верю, что именно мы живем, когда зов, потому что Господь приходит при возгласе, и этот возглас практически прошел по всему миру, правда? Он прошел по всему миру. Я думаю, что ни одна деноминация, вернее, ни одну деноминацию он не прошел. Этот зов приглашения, он был для всех. Но вот смотрите, и я хочу еще обратить ваше внимание, акцент, то есть акцент, который здесь стоит, это попасть на этот ужин, на этот брачный ужин. То есть у этого господина, у этого хозяина, у этого царя в другой, у него есть определенное дело, у него есть по определенной мысли, у него есть определенная воля. Он приготовил все, он приготовил стол, он приготовил этот ужин, все было приглашено, он приготовил одежду, все он сделал. Только нужно было теперь позвать за стол. Но акцент, я хочу сказать, что это оставить все свои дела и принять это приглашение и пойти по этому зову. И когда эти слуги, я не буду входить в это, брат Вин это очень хорошо показывает на эпохи, показывает на определенном времени в этом. Я просто хочу сейчас, чтобы мы перешли на личность, потому что для меня это более имеет значение. Потому что мы тоже получили это. И мы получаем это приглашение, по сути дела, каждый раз. Но что мы ставим приоритетом? Я мог сегодня отказаться прийти сюда на собрание. То есть у меня, можно сказать, тоже были причины. И так дальше. Поэтому эта причина могла бы мне сказать: я не пойду сюда. Поэтому, когда эти люди пошли, эти слуги пошли приглашать, первый начинает говорить: знаете, я не могу сейчас прийти. Я не могу принять это предложение. Потому что я приобрел участок земли. Я купил, знаете, я сделал капиталовложение. У меня, знаете, бизнес в этом. И я должен просмотреть это все. Я должен, знаете, план сделать. Я должен узнать, где что я буду на этой земле строить. Ведь земля для чего-то, она существует. То есть я должен здесь все сейчас продумать, потому что эта земля, я вложил в нее деньги, я вложил в нее свой труд.
Может быть, это капитал пришел через его отца. Может быть, это капитал был еще от дедушки и так дальше. И он еще вложил и тому подобное. Поэтому мне нужно в этом. Знаете, как сегодня говорят? Когда люди получают приглашение, мой дедушка так верил. Мой прадедушка так верил. Моя бабушка так верила. Мой папа так верил. И так дальше. То есть они вложили в это. И теперь какое-то приглашение, чтобы уйти. Для меня я приобрел это. Я тоже вложил в нее свои труды. И я должен эту землю сейчас исследовать. Но я хочу, чтобы мы понимали, акцент-то сейчас не на этом. А акцент, чтобы занять твою позицию за столом. Акцент не в том, что ты сделал, что сделала бабушка, дедушка, прадедушка и тому подобное, а что ты сделаешь с этим приглашением. Акцент сейчас не на твоих трудах, не на твоем бизнесе, не на твоем капитале, который ты вложил. Понимаете? Когда мы говорим о земле, я верю, что мы не говорим о естественном каком-то участке, там 5 или 6 там, зоток, или там сколько там это. Потому что земля – это то, что мы видим, что является из этого слова. И на протяжении, если эпох, если взять, да, и когда Лютер пришел, и они приобрели этот участок земли оправдания, но дальше было приглашение через Веслея, они начали исследовать в этом, они начали находиться в этом, они начали планировать в этом, они начали строить свою деноминацию на этом, и в конечном итоге они умерли. Так же получилось и с Джоном Веслеем, так же получилось и с пятидесятническим периодом и так дальше. Мы видим все время это, они всегда останавливались на вот этом клочке, который они заработали своим умственным пониманием, своим интеллектом и тому подобное. И они там начинали располагаться, они там составляли планы, они там составляли свои программы и тому подобное на том участке, на том клочке. Но акцент был в другом. Оставь это все. Не имеет значения это. Сейчас не в этом вопрос. Вопрос царя не в том, что ты приобрел или не приобрел. Это вообще для него сейчас не имеет никакого значения. Иди и прими это приглашение. И он нашел оправдание. Когда пришли к другим, о, вы знаете, он волов, 5 пар волов он приобрел. А вол – это сила, правда? Вол – это сила. А 5 волов, то есть 5 пар – это 10 волов. Знаете, и говорит, я должен исследовать эту силу. Я должен испытать эту силу. Я должен узнать потенциал этой силы. И знаете, и они начали в этом, можно сказать, посвящать свою жизнь. И многие придут и скажут: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы изгоняли бесов, не Твоим ли именем чудеса творили, не Твоим ли именем еще то-то делали?» Он говорит: «Я вообще не знал никогда вас». Они испытывали силу, они изучали эту силу, они изучали, как это делать, они в этом употребляли, они испытывали это. Поэтому эта группа людей, они посвятили в этом. Но акцент не в этом сейчас стоял. Понимаете, всегда стоит акцент. Программа Божья, в чем она сегодня заключается? В чем Его воля сегодня выражается для нас? Что мы сегодня должны делать? Где мы сегодня должны быть? А когда мы видим третье, так это вообще... Знаете, у него оправдание, я женился. А это чувствительная сфера, правда? Это проявление чувств. И поэтому он находится под этим вдохновением чувств. Знаешь, моя любимая меня так ждет. Я сейчас не могу быть на собрании. Я сейчас не могу быть в этом общении. Я сейчас не могу быть за этим столом. И так дальше. Ты понимаешь? Или он, она говорит: мой любимый ждет. И так дальше. И поэтому они там закрылись.
И они вошли в эту полностью чувствительную сферу, чувствительную связь, и для этого выражения и им вполне достаточно. Это все хорошо, но акцент-то не в этом стоял. Акцент этих слуг, которые приглашали, этих служителей, которые приглашали, заключался совсем в другом. Займи другую позицию. И понимаете, когда мы смотрим на первую, особенно на вторую группу людей, они все время покупали, купили. То есть это ихние дела. Это ихний бизнес. Это капиталовложение. Это, будем говорить, своего рода жертвенность и так дальше. Купили, приобрели. Для того, чтобы купить, нужно иметь деньги, нужно иметь финансы. Ты знаешь, сколько я трудился для того, чтобы купить это все? И теперь я вот это все должен оставить, все эти свои дела оставить, просто перечеркнуть всю эту часть жизни, чтобы теперь вот так вот пойти? И тогда этот слуга пошел по изгородям, пошел при дороге, пошел, начал звать увечных, слепых, хромых, глухих. Знаете, это бедные люди. Это тот, который не имеет за что купить, не имеет за что приобрести, но принял приглашение. Потому что для того, чтобы сидеть на пиру, там не нужно было платить. Он уже все приготовил. Он приготовил стол. Он приготовил одежду. И он не смотрит, какого ты сословия. И по сути дела, вот этот род, который не имел, будем говорить, тех дел, не имел тем, чем оправдаться, не имел тем, что его удерживало и так дальше, они пошли и приняли. Они пошли и сели. И они как раз и оказались теми избранными. Понимаете? Они и были избраны. Вот этот род и был избран, потому что Иисус говорит, много званных, но мало избранных. А мы знаем, что мы были избраны им прежде создания мира. То есть наши имена уже были кровью, его кровью написаны на этой позиции, которую Бог уже назначил тебе, чтобы ты занял. Уже была написана табличка, купленное место его кровью, его ценою, его жертвенностью. И никто не может уже занять это. Он знал, кто откажется. Он знал причины. Он знал то богатство Ладикии, которое обогатило своих глазах и так дальше. Но это золото не имело никакого значения. Ихние дела не имели, ихние программы, которые они себе поставили, не имело вообще никакого значения. Значит, кто-то мог нечто ухватить. Аллилуйя. Кто-то мог нечто ухватить. Кто-то мог ухватить ту благодать, чтобы принять это приглашение. Слава Богу. Знаете, когда брат Юра проповедовал, и перед тем, как он проповедовал, я в воскресенье проповедовал, и мы говорили о интеллекте, мы говорили о мудрости, мы говорили о гении Божьем. И именно это предопределение, этот ген Божий, оно и является вечной жизнью. Потому что жизнь откуда-то исходит. И мы знаем, что мы эту жизнь, даже не мы ее эту жизнь, правильно сказать, эта жизнь, этой жизнью мы всегда были. Потому что мы не начали с какого-то времени. Потому что эта жизнь, нету другой жизни, как только жизнь Божья. Правда? Поэтому если ты был в Боге, ты всегда был Его частичкой. Если бы мы были в Нем прежде создания мира, мы всегда были Его частичкой, Его жизнью.
Это Бог, выражающийся сегодня в Его возлюбленной. Твоя душа откуда-то пришла. И твоя душа является Его частью. Это тело является прахом из этой земли. Твой дух – это дух этого мира. Но твоя душа, откуда она пришла? И мы знаем, что эту тайну мы уже узнали. Эта душа и является Его частью, в котором находится Его жизнь. Поэтому пророк говорит, мы не стали детьми Божьими. Мы всегда были детьми Божьими. Но мы попали в ловушку из-за Адама, из-за Евы, из-за того первородного греха. Мы попали в ловушку, и мы не могли выйти из этой ловушки. Но пришел Он. И Он заплатил свою цену. Он стал нашей жертвой. И Он выкупил нас драгоценную кровью. Для чего? Для того, чтобы мы теперь имели право выразиться, как сыны и дочери Божии. Аллилуйя! Чтобы эта жизнь, вот эта маленькая частичка жизни могла выразиться здесь, на земле, выразить Его характерные черты. Но вот эта частичка, она имеет основание. Она и способна ухватить откровение. Как мы в воскресенье говорили, дьявол не может уловить откровение. Потому что откровение может уловить только ген Божий. Поэтому дьявол хорошо улавливает все интеллектуально. Он все может разложить интеллектом. Поэтому, говорит, пророк говорит, не пытайтесь его обмануть. Не пытайтесь его перехитрить и так дальше. Он мастак в этом. Он тебя обставит раз-два. Потому что ты ухватываешь не это. Ты двигаешься не этим. Твоя вера покоится в руках его откровения. Твоя вера покоится. Знаете, Писание говорит нам, что женщина – это немощный сосуд. Правда? Поэтому, если мы говорим о невесте, то невеста – это немощный сосуд. Немощный, то есть слабый. И поэтому, но в этой слабости есть тайна. Потому что не говорится, что он слабый. Говорится, что она слабая. Но Он является нашей силой. Поэтому Павел говорит, когда я немощен, то есть когда я слабый, то тогда я силен. Не в том плане, что Он знает, откуда силу взять. Он знает источник этой силы. Он знает, на кого Он может положиться, в чьих руках Он может покоиться. Как настоящая жена в доме, в своей позиции, настоящий муж в своей позиции, что она покоится. Она знает, что ей не нужно той силы для того, чтобы совершать победы, чтобы совершать великие дела и тому подобное. Она доверяется его силе. Она доверяется его рукам. Аминь. Поэтому она и сильна. Поэтому она может покоиться. Аллилуйя. И когда мы видим Писание, все эти примеры, когда мы видим, когда брат Юра начинает говорить об этих вещах во вторник, Боже мой, что за мысли, которые Бог тогда говорил? Вы помните, он начал с Саула, сегодня он опять молился здесь и опять вспомнил. И Саул, он был избран для того, чтобы быть царем. И тогда Самуил встречает его и начинает его поднимать веру. И говорит, когда ты выйдешь отсюда, тебя встретят три человека. Посмотрите, он поднимает веру на откровении. На откровении того, что он встретит. Сейчас он слышит слово.
Но это слово будет выражено, проявлено. И ты встретишь. Ты встретишь вот этих трех людей, которые несут три хлеба, трех козлят, там этот бутыль вина и так дальше. Ты встретишь именно этих людей. А в этом во всем является тайна искупления. В этом во всем было сокрыто тайна искупления. В этих людях, которых он встретит, было тайна искупления. О мой Боже! Которая ставит тебя в позицию. Понимаете, если ты станешь в позицию и не увидишь тайну искупления, ты не сможешь выразить эту позицию. Ты, может быть, станешь царем, ты, может, станешь еще каким-то служащим, ты можешь еще каким-то служащим и так дальше. Но без тайны искупления ты, по сути дела, не можешь выразить правильно свою позицию. О мой Боже! Поэтому мы имеем эту книгу. Книга — это тайна искупления, которая была запечатана 7 печатями. И когда пришел посланник, когда пришел этот же самый человек в духе Самуила, наш пророк, он начинает открывать из тайну искупления. Ты встретишь не просто каких-то людей, не просто каких-то путников случайных. Они будут нести, они дадут свою даже часть какую-то. При встрече ты что-то приобретешь от них? О мой Боже! Для чего? Для того, чтобы вера твоя, что Бог тебя избрал, что Бог тебя искупил, для этого избрания, чтобы она выросла. Понимаете? Он дает, Самуил дает Саулу откровение. Потому что вера может только вырасти или проявиться через откровение. Вера покоится на откровении. Поэтому его вера, если бы он бы понял в тайну искупления и понял все, что Самуил говорил ему, то послание, которое он открывал, он бы мог бы ухватить эту тайну. Но мы видим, что он не ухватил. Вот это все проявилось. Он так и не ухватил. Он дальше двигается своим интеллектуальным разумом. Его вера дальше не проявляется, потому что вера не ухватила откровение. Он мог повторить это. Он мог повторить цитаты пророка. Он мог повторить то, что он сказал. Он мог сказать, что он встретил, но он не ухватил тайны, понимаете? Поэтому, когда мы видим, начинается испытание, он не двигается этой тайной. Он не выражает эту тайну. Он дальше идет путем человеческого интеллекта, человеческой мудрости, человеческих дел. Он берет, рассекает эту жертву, посылает среди всего Израиля. И говорит, так будет с каждым человеком. Кто не послушается, кто не придет, что он делает? Он держит людей страхом. Юра об этом проповедовал, я просто немножко акцент больше ставлю. Это не откровение, которое, как Самуил здесь, посмотрите, 2 человека. Один поднимает веру для того, чтобы утвердить его позицию, чтобы он встал в эту позицию. Другой, чтобы поставить людей в позицию, ту, которую они должны занять. Не открывает, как Самуил, слово. А он действует чем? Как все остальные. Как все остальные народы. Потому что все остальные движимы страхом. Сегодня, посмотрите, все боятся. Сегодня всех запугивают. Сегодня весь мир в этом страхе. Они двигаются страхом. Их умы управляют страхом. Но не так Самуил. 2 пути настолько похожи. Но Самуил вообще их не помогал. Знаешь что? Если ты не послушаешься, Саул, пойми, ты избран, но если ты не послушаешь, с тобой будет то-то, то-то, тебе конец. Нет. Он говорит, ты встретишь определенных людей.
И у этих людей будут определенные выражения, определенные атрибуты, определенные характерные проявления, характерные черты. И по этим характерным чертам ты нечто увидишь. Твоя вера будет утверждена. Разве мы не на этом пути? Аллилуйя. Когда мы начинаем возвращаться домой к отцу, который говорит, я стал уже беспокоиться не о том потерянном скоте и тому это. Я уже начал беспокоиться о сыне, что он пропал. И мы начинаем возвращаться домой. И мы начинаем встречаться, нечто встречать, некто. И мы начинаем встречать Авраама, мы начинаем встречать Исаака, мы начинаем встречать Иакова, мы начинаем встречать Сару, Ревеку, Исфирь, Рупи и так дальше. Мы начинаем встречать тех людей, которые нам были обещаны. И у всех у них, у этих персонажей есть тайна искупления. И когда ты это начинаешь видеть, что встречает тебя на этом пути, не на этом физическом пути, из этой скинии домой, а на этом вечном пути, твоя вера начинает ухватывать откровение. Боже мой, ты обещал встречусь я с этими людьми. Ты сказал, что я встречусь с этими характеристиками. Ты обещал, что я встречу эти атрибуты. Ты обещал, что искупил, а теперь я вижу это искупление в проявлении, и я даже стал участником этого. Понимаете, вера начинает подниматься. И тогда ты начинаешь думать, так, если Самуил именно так действовал, если Самуил совершенно жил по-другому, действовал по-другому, утверждал по-другому, то я хочу делать как он, а не как все остальные. Я хочу утверждать веру моих братьев, моих сестер не мудростью человеческой, не страхом, не диктаторством, а я хочу их утверждать таким же самым откровением слова. Тогда тебе нужно тоже подняться в ту же самую сферу, где был Самуил, чтобы ухватить это откровение. Ты должен встретить того же самого сильного ангела, который пришел к пророку, пришел к этому седьмому ангелу. Потому что Иоанн должен был подойти к этому же самому ангелу и взять этот же самую, эту книгу. Аллилуйя. Саул, движущийся. Знаете, когда брат Юра пошел и дальше начал говорить об этом, о Давиде, Голиафе. Просто эти моменты. Но они настолько сладкие, знаете, когда Господь берет и так немножко открывает эту грань. И вы помните, когда Давид туда пришел, в этот стан, маленький человек, коротышка. Пророк говорит, у него там не было вида, он не был по виду военноспособным даже. Способным к войне. Имеющий силу для войны, имеющий вид для того, чтобы проявить военные действия. Аллилуйя! Но вы знаете, Давид нечто уже умел совершенно другое. Он мог ухватить Бога верою. Он мог ухватить Бога по откровению. Он и знал эту тайну искупления. Он видел, когда лев или когда медведь приходил в стадо, он знал, как искупить эту овцу. Как освободить ее, как ее вернуть в обратную позицию. Он знал эти вещи. И когда он увидел, народ Божий находится под влиянием страха, когда выходил этот демон, когда он рычал, когда он там проклинал своими богами, когда он хулил этот народ Божий, этот избранный народ, все находили страхи. Почему? Потому что они надеялись, потому что ихняя жизнь была построена на интеллектуальной мудрости. Хотя они были избраны. И они знали, что это они избранный народ. Они знали, кто ихний Бог.
Они знали историю своего народа. Понимаете? Но они не знали Бога по откровению. Поэтому, когда Он выходил, они не могли действовать верою. Потому что их вера не была положена на откровении, а только на интеллектуальной мудрости. И они не могли выступить, чтобы совершить эту победу. И вот пришел этот Давид. Когда он услышал, что делает этот Голиаф, что делает этот самый мощный среди филистимлян, самый сильный, самый высокий, самый способный, но двигающийся только интеллектуальным разумом, Давид посмотрел и сказал: «Я смогу его одолеть». Но одолеть не своей способности, не своими силами, одолеть не той войною, которую совершает в этом мире. У меня совершенно другая стратегия. Понимаете, и он мог увидеть другую стратегию, другой совершенно путь к победе над этим демоном, над этим Голиафом. И когда его привели к царю, и говорит: вот тут нашелся один смельчак. Царь посмотрел, конечно, для него он уже был жертвой, потому что Иисус тоже стал нашей жертвой. И когда он посмотрел на него, вы знаете, что первое у Давида было, у Саула было желание — облечь его в доспехи. Облечь его в дела рук человеческих. Облечь его в ту мудрость человеческого проявления. Потому что Саул это уже оружие испытал. И это оружие не один раз его защищало. Не один раз ему помогало. Но понимаете, когда вышел этот Голиаф, почему-то этот Саул уже не мог положиться на это проявление, на это. Этого было недостаточно, чтобы победить самого главного врага. Знаете, когда вышел этот бледный конь, который имел собраны все себе силы, того оружия, которое имели деноминационный мир на протяжении всего времени и весь другой мир, недостаточно, я вам точно скажу. Даже эта пандемия, она доказывает. Аллилуйя. Поэтому облекли этого Давида, в это всеоружие это все, Саула, сделано по обычаю этого мира. Потому что именно так действуют все в мире. Откуда у Саула это оружие? Откуда у Саула эти доспехи? Потому что он смотрел на прочие народы. Потому что он смотрел, как одеваются воины этого мира. Поэтому он взял эту идею, эти мысли, этот интеллект, эту мудрость из того, что он видел. И знаете, облекли, и Давид начал ходить так. И он видит: нет, это не то. Это наоборот мне мешает двигаться. Эта мудрость, она мешает. Это интеллект, моя помеха. С этим я не смогу. И знаете, не надо мне это. Не надо. Это не является тем, на что я могу положиться. И тогда он пошел к ручью. Аллилуйя. А из-под престола течет этот поток воды живой. Аминь. Он пошел. Аллилуйя. К этой реке жизни. Он пошел вот к этой Библии. Если перевести на нас, к этому слову. И начинает выбирать те камни. Камни. И знаете, дьявол настолько говорит: это не поможет. Ты вот этим камушком его сразишь.
Понимаете, и может быть музыкант выходит сюда и начинает играть. И дьявол говорит, твоя игра вообще не имеет никакого смысла, да ты и вообще играть хорошо не умеешь. Аллилуйя! Но понимаете, этот камень взят из этого ручья. Музыка взята из этого ручья, она ниоткуда это взята. Поэтому для того, чтобы получить вдохновение, для того, чтобы вышло пророческое слово, для того, чтобы была бы победа, помните, вызвали музыканта? Для того, чтобы демон, который связывал Саула, удалился бы, вызывали Давида. Это камень. Вот с этого ручья. Когда выходят наши эти певцы и начинают здесь петь, извините меня, но это хороший камень. Тоже из этого, чтобы победить каждого Голиафа. И ты можешь смотреть, да что это песни? А что этот вообще тут делает? Или та делает? Но это война, основанная не на мудрости, не на интеллекте человеческом. Даже не на профессионализме какой-то школе. Она взята из этой Библии. И ты это берешь, и Давид знал. Дальше дело за Богом. Если я взял из этого ручья, дальше Бог позаботится, чтобы это достигло цели. Аминь. Поэтому, когда я написал, допустим, чат о молитве, помолитесь, мне температура, я знал, откуда это, потому что молитва из этой же самой Библии. Это тот же самый камень, который сейчас Голиаф хочет меня просто сложить. Не вышло. Победа-то произошла. Я верю, что сегодня много побед совершается во многих местах. Почему? Потому что мы берем эти камни. Мы не берем интеллект человека, мудрость по этому миру построенному. Эти доспехи, как на что они полагаются, на свой интеллект и мудрость. Так, это не поможет. Понимаете, они смотрели на Давида. Им казалось, это не поможет. Бедный. Сам Голиаф не верил. Но Давид шел, его вера была на этом положена откровении, на этом камне, потому что на сём камне я буду строить церковь мою, и врата ада не одолеют. Пророк говорит, на каком камне? На камне его откровения. В этом камне есть победа для тебя, для меня. Поэтому, когда мы встречаем этих трех человек, потому что три – это совершенство, когда мы встречаем, мы видим тайну искупления. Давид, хотя Самуил говорил ему, и в его послании было тайное искупление, Давид просто видел случаи, совершившиеся в жизни. Но он не мог ухватить то, что за этими случаями стоит. Он не мог ухватить ту веру, ту тайну, потому что у него этого, по сути дела, и не было. Аллилуйя! Поэтому мы говорим о чем? Мы говорим о нашем хождении. Мы говорим о того, куда Господь нас хочет вести. Чтобы мы ходили не мудростью, а верою. Но вера всегда полагается на слово. И не просто букву, а на дух, который открывает это слово тебе. И поэтому, когда я вижу, как здесь Господь трудится каждый раз, возбуждая нашу веру, чтобы мы не полагались на свои дела, как в этой притче. Я приобрел то-то, я приобрел то-то. Он полагался на эти дела, или они полагались на эти дела, а это вообще не имело никакого значения. Господь хотел вести совершенно в другое. Потому что брачный ужин – это тоже тайное искупление. Потому что вся Библия является тайной искупления. О, я благодарен Богу за это. Чудные дела ждут. Нас все больше и больше. Бог вводит, поднимает, чтобы мы были слабы для самих себя. Знаете, Давид не полагался на свою силу.
Он понимал, что своей силой он никогда не справится. И когда этот Голиаф говорит, я тебя подцеплю этим сейчас копьем и повешу тебя. Он так и мог сделать. Если бы это было две физические силы, или две, будем говорить, духовные даже силы. Но знаете, на кого он полагался? Он говорит, тот Бог, который защитил меня от того-то. Тот Бог. Когда этих юношей кидали туда в печь, он говорит, знай, царь, мы служим тому Богу, который может спасти. Мы не можем спасти, но Он может спасти. На что они полагались? Они полагались на того Бога, которому они верили. Они шли, и они знали, что Он может прийти в любую минуту. Но если даже не придет, наша вера не изменится. Мы умрем именно с этой верою. И Бог в надлежащий момент, четвертый, пришел. Сила пришла, которая связала силу огня. Когда Даниила кинули в этот ров, там был еще некто. Огненный столб, который что? Который связал этих львов голодных. Аминь. А он вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы имеем того же самого Бога. Поэтому давайте смотреть не на нашу силу, не на наши способности, не на нашу даже иммунную систему. Знаете, Бог ломает все, показывает, что наша сила только в Нем, а не в нас. Знаете, можешь есть травки. Знаете, я приезжал к брату Алексею, не просто в осуждение его. У него такая иммунная система была крепкая, и он полагался на нее. Он ел эту травку, ту, другую, всегда хвалился там то-то, то-то, то-то. И он правда не болел это. Но что сделал Бог? Показал, это вообще не имеет никакого значения. Имеет значение только Он. И поэтому ты в своей жизни начинаешь полагаться, Господи, Ты моя сила. Я немощен. Я как этот женский сосуд, имеющий слабо, но я встретила мужчину, я встретил мужа, который имеет силу, чтобы побороть за меня, защитить меня, направить этот камень. Но я беру это слово, а он сам направит. Он знает, как победить эту болезнь, как победить этого демона, как победить эти обстоятельства и так дальше. А я буду покоиться. Потому что я вошел в этот седьмой день, день покоя. Я могу покоиться на Его силе, на Его откровении. Боже мой, ведь это красота. Тогда женщина покойна. Тогда она может забеременеть легко, потому что она расслаблена в Его руках. Аллилуйя. Тогда тебе легко принимать от Его слова, потому что твоя вера, она в действии. Сара не могла проявить слово, не могла проявить семя, не могла стать молодой. Почему? Потому что она не воздействовала свою веру, хотя слышала. Но однажды ее интеллект ушел в сторону. Как у Марии, да будет мне по слову Твоему. О мой Господь, спасибо Ему за все. Так что пусть вас Бог благословит, доколе встретимся. Два воскресенья нас не будет. Вот. Поэтому, как всегда, брат Андрей здесь остается как старший. Вот, все вопросы, нужды через него. Служители подвяжутся, проповедники подвяжутся. В этом, знаете, прекрасные, я думаю, что мысли, они простые. Но когда немножко так сделаешь акцент, они просто как фейерверк начинают проявляться, как салют этот. И ты тогда просто, Господи, неужели я? Неужели я так могу жить? Он говорит, можешь. Тебе не нужно жить, как этот мир. Я тебе показал новый путь. Путь Его победы. Давайте двигаться этим путем. Доколе мы встретимся, у нас есть нужда еще, как Света. Будем молиться.
У нас есть Света, она подошла в прошлый раз после собрания, и у нее проблема в ее духе. И она говорит, я устала, я хочу освободиться от этого. И у нас есть обетование, у нас есть камушки, которые мы сегодня можем взять. Писание говорит, пусть призовет старших. И молитва веры, она исцелит, она освободит. Пусть возьмут елея и помажут, возложат руки на больных. И они будут исцелены. У нас есть это камень. Кто-то может сказать, да, он такой слабенький сегодня. Это не имеет значения, какой камень величины. Для демона не нужен булыжник с горы, знаете. Для него такой камушек хватило, чтобы запустить, чтобы его убить. Поэтому это маленькое слово имеет действие такое же самое, как и тогда. Поэтому просто хочу поднять твою веру, Света. Все будет хорошо. Просто приходит к этому время. Я очень благодарен Богу за то, что она сама подошла, она сама попросила. Раньше мы так бы, как бы можно сказать, от себя хотели это, молились там это в этом плане, она молчала. Но пришло и для нее время. Ее уста открылись, она заговорила. А у нее появилось это желание, чтобы быть свободным от этого духа, который связывает ее. Говорит, у меня голова, она как колпаки все время. Я, говорит, устала уже. Тогда есть сила твоего мужа, сила нашего Господа Иисуса Христа, который может совершить то, что ты не можешь. Мы можем отдать, мы скажем, мы немощны, Господи, но ты силен. Аллилуйя. Давай, выходи сюда, дорогая сестра. Брат Юра, Виталичек, давайте, выходите сюда. Андрей, давай тоже. Сюда вот, пройди, пожалуйста. Знаете, я верю, что сегодня, говорю, много побед совершается. В этой невидимой аудитории Бог предназначил это собрание. Дьявол не хотел, говорю, допустить меня сюда, удерживал и так дальше. Но я очень благодарен Богу. Благодарен Богу за ту веру, которую Он мне даровал, и за ту поддержку, которую вы оказали. Понимаете? Поэтому мы поддержка друг для друга. Поэтому мы будем молиться. Это не то, что я вызвал сейчас вот троих братьев, я четвертый, и мы будем молиться. Давайте мы будем все поддержкой. Я бы, может быть, вызвал бы весь зал и сказал, потому что нету из нас большего, нету из нас меньшего. Мы все одинаковы. И мы все имеем частичку божества, доказывая не себя, а доказывая Его победу. Понимаете? Его победу. Поэтому мы занимаем эту позицию для того, чтобы Его победа была выражена. Аллилуйя. И Он нас призвал для того, чтобы доказать дьяволу и этому миру, всем, что Его победа была совершена. И эта победа сегодня совершается до сегодняшнего дня, доказывается, вернее, через Его детей, верящих в Слово Божие. Поэтому, кто на трансляции, может быть, у вас какие-то есть тоже там проблемы, там, вы там двое или трое или так дальше, просто можете тоже положить руки друг на друга и будем молиться вместе. Я знаю, что есть нужды. Я знаю, что дьявол, он везде одинаковый, но и Бог везде одинаковый, Его Слово одинаково. Слава Господу! Мы будем молиться. Давайте склоним головы, закроем глаза. Наш Небесный Отец. Я вспоминаю этого великого человека, Давида, который был меньше ростом, чем все его, вся его семья. Но духовно он был выше всех. Господь, он поднялся на те высоты, Господь мой, Боже мой,
где мог победить Господь мой любого врага. Он был недосягаем для Голиафа, потому что он был, Господь мой, твоей силе, твоего слова, твоего откровения. Господь, когда я смотрю на нашего пророка, как он стоял с этими высокими мужами, и он как коротышка становился на цыпочки, чтобы немножко подняться выше. Но когда мы смотрим на эту фотокарточку, мы знаем, что этот муж был выше их всех. О, мой Боже, потому что он находился в той вере, которую не могли дорасти никто из них. И сегодня ты невесту, Господь, ставишь в эту же самую позицию, Боже, позицию веры, которая выше любого демона. О, Господь! И мы так благодарны Тебе за эту благодать, что мы можем покоиться в Твоих руках. Мы можем взять это маленькое слово, которое Ты сказал через Твою слугу Иакова. Если кто болен, призови старших. И пусть они помолятся и помажут елеем. И эта проблема будет разрешена. И если был соделан какой грех, Ты сказал проститься. Господь, Ты видишь нашу сестру Свету. Я не знаю, какая проблема, из-за чего, вернее, эта проблема в ее жизни. Но я беру этот камень, Господь мой, Боже мой. Мы знаем, что все проблемы из-за наших грехов. Это факт. Все болезни, как пророк говорит, смерть, все обстоятельства пришли из-за грехов. Но мы благодарны Тебе, что Ты стал нашим оправданием. Ты стал нашим искуплением. Ты стал нашей кровью. Ты занял наше место. Ты пригвоздил наши грехи. И мы оправданы Твоей кровью Иисуса Христа. Господь, не по делам, но по великой Твоей благодати. И сейчас мы здесь стоим во имя Твое. Как когда-то сказал Давид, Ты идешь со своим именем своих богов, а я иду с именем всемогущего Бога. И мы идем с именем против Тебя, демон, с именем Господа Иисуса Христа. И я помазываю, Господь, этот ее голову, и пусть помазание сейчас Духа Святого освободит и займет свое место в ее разуме. Именем Господа Иисуса Христа, дьявол, ты должен оставить ее. Ты должен быть в том месте, где тебе положено, но не в том месте, о котором мы сейчас молимся. Именем Господа Иисуса Христа, да будет она освобождена для славы имени Господа Иисуса Христа. И мы знаем, что мы недостойны, но мы знаем, что здесь стоит достойный. Мы знаем, что наши руки немощны, но мы знаем, что здесь есть руки, которые победили тебя, дьявол. О, мой Бог! Да прославишься ты! И мы благодарны тебе, Иисус, за твое освобождение, за твое исцеление. Да будет она, Господь мой, полностью освобождена и восстановлена во славу имени Иисуса Христа. Да будет так. Аминь. Просто верь. Не нужно ничего, не напрягаться. Ничего. Просто верь. И какие, может быть, будут какие-то симптомы и так дальше. Знаешь, когда происходит исцеление, пророк говорит, исцеление бывает в разных проявлениях. Исцеление бывает чудом, когда это все моментально происходит. Исцеление может быть временем, но это тоже исцеление. Как этот слепой, который оставался слепым и ходил там, и говорит, вестренное заявление, это я вижу, ну, в том плане, и так дальше. Он был совершенно слепой дальше. Но он исповедовал освобождение, потому что демон его ослепил, его глаза. Но он шел и просто исповедовал все это, и в один день это произошло. Поэтому бывает то, что нам нужен период времени для того, чтобы нам быть восстановленным полностью, но исцеление уже произошло. И так дальше. Есть исцеление через врачей, это тоже исцеление и так дальше. Мы говорим о человеческом теле. Но так же самое это происходит и в духе. Потому что это тоже болезни духа. Поэтому все будет хорошо. Исповедуй все, независимо об этом. Господь, просто благодари Его. Я свободна. С этим все покончено. Посмотри, сколько здесь, видимо, аудитория молилась за тебя, когда мы здесь все стояли. Там невидимые, где-то 300 человек, может быть, больше, я не знаю, может быть, около 1000 человек, как Дима говорил, около 1000 человек бывает в нашей трансляции, и они тоже подключаются для этой молитвы.
Да это невозможно, чтобы какой-то демон устоял. И так дальше. Просто исповедуй это, и все будет хорошо. Пусть тебя Бог благословит. Давай руку пожму тебе. Вот, все, иди садись. Я хочу просто еще за тех помолиться, кто на трансляции. Наш Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за Твои дела, которые Ты можешь совершать. Что Ты тот же самый Бог. Ты сказал, я был мертв, но ныне жив, Господь мой. И мы благодарны Тебе, что Ты открываешься нам, как сильный ангел. Боже мой, Иисус, Господь, Иоанн был немощен, Иоанн был жалок, Иоанн был недостоин. Он говорит, никто не мог право посмотреть даже в эту книгу. Но снизошел сильный ангел, снизошел сильный муж, снизошел наш возлюбленный. Господь, снизошла та сила, на которую мы можем положиться. И мы благодарны Тебе. Пусть, Господь, мое имя Твое будет прославлено. Мы благодарны Тебе, Господь мой. Благослови, Господь мой, дорогой, тех людей, которые там на трансляции. И, может быть, они сейчас молятся о себе или друг о друге. Мы молим Тебя, прояви Твоей силою, исцели этих людей, Господь мой, Боже мой. Я молю Тебя еще за Веронику, нашу сестру. Господь, она здесь стояла, мы здесь молились. Я с ней недавно разговаривал, и эти проблемы еще находятся. Я говорю, мы будем, Вероника, еще молиться. О, мой Господь, это Твое дитя. И сегодня мы знаем, что Твое присутствие находится здесь. Мы молим Тебя, всемогущий Бог, соверши это для славы Твоей. Пусть она имеет полное исцеление в своем теле, в своем духе, где бы эта проблема бы не спряталась бы. Благослови нашу дорогую сестричку. И мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе, когда мы сейчас воспоем Тебе еще, Господь, на основании этого слова, и будем расходиться по домам, благослови каждого. И сохрани нас с Юрой в этом поездке, наш выезд и наш въезд домой. И кому, с кем мы должны встретиться. Я молю Тебя, Господь, пошли к этим людям. Господь, кто, может быть, может ослабел в вере, дай нам, Господь, того откровения, той веры, Господь, чтобы этот человек вновь поднялся, как этот хромой, который сидел там у ворот храма. И это ничего не могло ему помочь. Господь, мы можем сидеть у храма, мы можем сидеть в церкви, но это не может помочь, если не будет той веры и не будет того камня, того слова. И когда он это получил, он встал, и он начал славить Твое имя. Да будет имя Твое прославлено. Все даем Твои святые руки, любящего нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог, друзья. Больше не полагаюсь на разум свой, Тебе, Господь, доверяюсь, ведь Ты путь мой. Чем больше я постигаю Твои мысли обо мне, тем больше я выражаю Твою. Чем больше, Господь, вкушаю,
с раскрытой книги я, тем больше преображаюсь обновлением ума. Ты мне дал разум свой, чтобы идти за тобой. Ты моей стал главой, мой Господь, и теперь я полностью твой. Все больше я умоляю, ты возрастай, все больше опустошаю. Хочу прорваться в свет.
стала плотью во мне. Отсюда нас забрать, Он обещал восхищающую благодать. Ангелы с вечности на колесницах к нам сойдут, и в Божье присутствие присутствие на суд.
сейчас. Музыка пускай играет. Мы сейчас с Виталиком сделаем обращение к брату Вину. На прошлой неделе ушла его жена. В понедельник они вроде бы будут хоронить ее. Вот, и мы хотим сделать обращение. Вот, так что такой вот обстановки музыкальной. Вот, так что камера пускай работает. Вот. Все, да? Сейчас еще нужно собраться, чтобы что-то... Это хорошо. Дорогой брат и друг, брат Вин. Our precious brother and friend, brother Vin. У нас сейчас только что закончилось служение. We have just finished our service locally here. И Господь нас посетил словом. The Lord has made a visitation of His word today for us. Здесь просто такая хорошая божественная атмосфера Его победы. And under this wonderful divine atmosphere of His victory, о которой мы сегодня здесь говорили, that we have been preaching today about, и зная, что твоя супруга, с которой ты прожил многие годы, knowing well that your dear wife that you have spent so many years together with, она ушла уже на ту сторону. She passed on to the other side. И мы хотим сказать, что она для нас тоже очень дорога. And we just want to say that she is also very dear to our hearts. И знаете, когда она была дана тебе? And you know, there was a time when she was given to you. И ты нес ее на руках своей веры. And you were carrying her on the arms of your faith. Помогая в ее нуждах, в ее проблемах. Helping her in her needs and her problems. Потому что женщина это немощный сосуд. Because a woman is a weaker vessel. И она нуждается в чьих-то руках сильных. And she needs a strong hand to help. Зная, что эти руки защитят ее. Knowing that those hands and arms will protect her. Это было хорошим благословением для нее, хорошей защитой здесь на земле. You were a great blessing, you were a great protection for her here on earth. В течение всех этих лет. During so many years. И мы знаем, что она сейчас покоится в совершенно других руках. And we know now she is resting in a different set of arms. В руках, с которых ты тоже брал силу. In the arms that you were drawing your strength from. Чтобы помочь ей. To help her. И она сейчас в его руках. And she is now in his hands. Покоится. In his arms, resting. Поэтому мы знаем, что смерть ничего не смогла сделать. So we know it well that death couldn't accomplish anything. Дьявол потерпел полное поражение. The devil was totally defeated. Потому что он проиграл. Because he lost the battle. Из-за этих сильных рук. Because of the strong arms she's in it. И мы знаем, что он так проиграл и для всех их членов тела Господа. We know that the defeat of the devil was actually to before all the members of the body of Christ. Потому что есть сильные руки. Because we have the strong arms, которые нас также само донесут, that will carry us through нашу отчизну, to our homeland. Поэтому мы всегда, когда близкий человек для нас, с которым мы прожили, уходит, so every time a person that was close to us, to our hearts, passes on, мы конечно скорбим. We definitely have sadness in our hearts. Какое-то время мы не сможем увидеться. Because here on earth we will not be able to see the person anymore. Как мы скорбим, когда прощаемся друг с другом здесь, когда кто-то уезжает. Just like we are departing, you know, from to another country and we have to say goodbye. Желая быстрее увидеться. Because we want to see one another once again sooner. Пусть Бог дарует тебе силы. May God grant strength unto you, wisdom. Я хочу просто сказать, брат Вин. Just wanted to say this as well, brother Vin. Мы дальше вместе с тобой поддерживаем в молитвах. We keep on keeping you in prayer. Мы хотим, чтобы те же самые руки. We want the same arms. Руки Господа Иисуса Христа. The arms of the Lord Jesus Christ. Они выражались и через нас для тебя. To be expressed
to you words as well through us. We want to help you on your earthly way, which is quite complicated for you right now. So, dear brother, may God bless you. We love you so much. We cherish the gift. And may everything take place in the best way it can. Мы передаем привет, как для тебя, для всех твоих близких, всех твоих детей. We want to send the greetings to you and to all your close ones, to all your family and children. Нашу веру и наше приветствие. And we want to pass on the faith and our greetings. От аудитории, которая здесь, и аудитории, которая на трансляции сейчас находится. Everybody who is present here in the church today and also all those that are streaming us. Мы живем этим словом. We live by this word. Которым жила и твоя жена, которым живете вы. The word that you live by, the word that your wife used to live by. Пусть Бог благословит тебя. So may God bless you. И всех твоих близких. And all that are close to you. Аминь. Amen.